Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 9 июня – самый опасный день, когда нужно быть очень внимательными ко всему происходящему. Сегодня я вам расскажу, что это за день и что он вам принесет. Это идет 29 лунный день при убывающей луне. Самый неблагоприятный. Луны на небосводе не видно, и вот-вот наступит новолуние. Именно в этот день люди ослабевают, энергия просто истощается. Самый опасный и страшный из всех дней лунного месяца. Очень важно в этот день подумать о надежной защите. Этот день основательно несчастлив во всем и для всего. Это время черных безлунных ночей, когда сгущается астральный туман, который вершит свои темные дела. Нельзя верить никаким обещаниям, слухам, разговорам. Кругом сплошной обман. И главная опасность этого дня – это астральный туман, иллюзия и обманы. Время покаяния, воздержания и очищения. Сказать, что 29 лунный день относится к критическим, это ничего не сказать. Это не просто критический, но самый сложный и опасный день, в который к нам могут приходить самые страшные искушения и испытания. Часто возникает тоска, депрессия, понижается активность и появляются различные болезни. Нужно соблюдать осторожность буквально в каждом привычном действии. Дела все лучше отложить, все равно все пойдет наперекосяк. Также по кармическому календарю в эти черные безлунные ночи сгущается тьма. И многие люди могут сделать неблаговидные поступки. Но несмотря на свою черноту этого дня, он очень важен для нашего духовного развития. Если в этот день на вас навалились неприятности, помните, что в этот день вы получаете свою карму в концентрированном виде, так что, скорее всего, воздается за те поступки или слова, которые вы сами позволили себе по отношению к другим. Благодарите Вселенную за эти уроки, просите прощения хотя бы мысленно за свои действия. В эти сутки лучше всего избавляться от всего ненужного в своей жизни. К этому можно отнести как материальные вещи, так и черты своего характера. Следите за своими мыслями, которые посещают вас в этот день. Ведь вся чернота, которая накопилась за этот месяц, сегодня стремится вырваться наружу. Отследите, преобразуйте в чистый свет и любовь. Такие тяжелые дни как раз и предназначены для избавления от всего ненужного, что категорично запрещено делать в этот день. Остерегайтесь ссор и скандалов, они могут зайти слишком далеко, и тогда вы навсегда расстанетесь с теми людьми, с кем вы будете ругаться. Очень важно в доме, особенно в вечернее время, включить везде свет, хотя бы на несколько минут. Тем самым вы освещаете свою жизнь и свою дорогу. И очень важно следить за своими эмоциями. Если вы позволите себе негативные мысли, негативные выражения, вы себе испортите надолго свою жизнь. Но вы сегодня можете сделать волшебную практику, которая позволит убрать весь негатив, всю грязь, которую вы нахватали за месяц. Хоть это и опасно, но он очень важный. Если сделать все правильно, то в новый лунный цикл вы уже будете идти обновленными. Итак, что вам нужно будет сделать? Все достаточно просто. В течение всего дня вам достаточно просто протереть свой порог и при этом сказать такие слова. «Вода моя силу набирает, все мои беды напасти смывает. Вслед за солнцем я пойду, смою порчу, проклятие, нищету. Как вода со своего пути все смывает, мою жизнь она обновляет. Да будет так». Вот эти слова вы должны сказать один раз, когда будете протирать порог. Этого будет достаточно. И все. И это самый лучший день, время очищения от любой негативной энергии. Ну а для того, чтобы не попасть в ловушку обмана и различной неприятной гадости в этот день, обязательно себя нужно защитить. Все очень просто. На руке рисуем маленькую цифру 3 и при этом говорим такие слова.
Тройная сила защищает, от любой беды меня оберегает. Один раз сказали, когда будете рисовать, и этого достаточно. И ваша цифра будет держать вдали от вас любую негативную программу.